преимущество на стороне Энджа. Они изгоняют из болота баобабовый прайд. Самый большой прайд в парке Руаха. Но поражение – не худшая судьба. Одна львица осталась на поле боя. Молодая львица, которая ранее отчаянно пыталась убить буйвола, стала заложницей прайда Джая. Могли бы убить ее. Но вместо этого предпочитают мучить. Крики львицы, полные боли, заставляют баобабовый прайд остановиться. Побежденные львы смотрят и слушают, как продолжается пытка. Есть лишь один способ прекратить эти мучения. Баобабовый прайд должен признать власть прайда Нджа. Львам придется вернуться на поле боя. Глава баобабового прайда возвращается на место схватки. Это может оказаться ловушкой, но она рискнет, лишь бы сородичу перестали причинять боль. Она выступает в одиночку, чтобы положить конец страданиям молодой львицы. Глава баобабового прайда ложится в позу полного повиновения перед противниками из прайда Нджа. Слишком поздно для показной смелости. Нджа добились желаемого. Они преподали баобабовому прайду важный урок. Никто не смеет приближаться к их буйволам. Баобабовый прайд может забрать молодую львицу. Но та тяжело ранена. Встанет ли она? Измученный жарой и поражением в битве, прайд отступает на границу болота и выжидает там. Они дают раненой львице шанс вернуться. Бесстрашная предводительница рискнула жизнью, подчинившись прайду Нджа. Неужели зря? Жара высасывает из болота последние силы. У главы прайда нет выбора. Пришла пора возвращаться на свои земли, в лес баобабов.
Мать уходит последней, разрываемая между верностью Прайду и привязанностью к собственной дочери. Она оставалась сколько могла. Последний ее вздох уносит ветром болото.